18 декабря, день рождения, и в 2019 в этом году исполняется 141 год со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина, личности весьма неординарной. Несмотря на то, что Сталина нет на этом свете уже почти 66 лет, но у него до сих пор есть на этом свете поклонники и ненавистники. Одни называют его вождем народа, другие врагом народа, тираном, третьи отцом народа. Мы же остановимся на последнем варианте. Это ближе к истине, так как Сталин действительно был отцом народа, народа азербайджанского. Именно Сталину пришла идея создать в семье народов Советской империи азербайджанцев, о которых до него слыхом не слыхивали. Итак, тема сегодняшнего выпуска – дети Сталина, азербайджанцы. Конечно же, такое название вызовет бурную реакцию среди некоторых азербайджанцев, которые, не жалея фонда Гейдара Алиева, грохают огромные суммы, чтобы удревнить себя, свою историю, свою культуру. Но факты есть факты. Историю можно исковеркать, но невозможно изменить, уж извините. Итак, если вы обратитесь к любым справочникам, источникам на любых языках, любых академических трудах, то легко заметите, что на постсоветском пространстве до первой половины 20 века нигде не значилась такая национальность, как азербайджанец. Это не значит, что их не было вовсе, или они с Луны упали. Конечно же, нет. Были, но не как народ, и уж тем более как национальность азербайджанец. Буквально с 15 века на территории Закавказья с помощью шахского шиитского Ирана стали проникать тюркоязычные шиитские племена. Это были кочевые и полукочевые племена, среди них наиболее известные это айрумы, шахсевены, карапапахи, афшары и прочие. После Туркменчайского и Гулистанского договоров территория Закавказья отошла к Российской империи. Часть этих племен разделилась и осталась на российской стороне, часть на иранской. На протяжении 200 лет эти племена на российской стороне продолжали заниматься кочевой и полукочевой жизнью. Некоторые стали оседлыми. И исповедовали они ислам шиитского толка. Это их и отличало, впрочем, от мусульман Кавказа. Даже не тюркская их речь, а именно направление в исламе, так как на Кавказе к этому времени уже жили тюркские народности, например, ногайцы, кумыки в Дагестане или карачаевцы с балкарцами в предгорьях Эльбруса. Все последние были и есть суннитами. Что касается закавказских тюркских племен шиитского исповедания, русские и европейские путешественники, историки, современники называли их в совокупности просто татарами. Или кавказскими татарами, или закавказскими татарами, чтобы не путать их с татарами Поволжья, Крыма и других регионов Российской империи. Как пишет немецкий путешественник начала 19 века Август фон Гастхаузен в своей книге «Закавказский край. Заметки о семейной и общественной жизни» и изданной в Санкт-Петербурге в 1837 году. Шамшадинская область Елизаветпольской губернии населена армянами и татарами. Армяне живут в горах. Татары, которые многочисленнее, на богатых равнинах. Армяне преимущественно занимаются земледелием, садоводством и разведением винограда. Засеивают пшеницу, ячмень, проса, кукурузу и лен. Татары занимаются скотоводством, разводят лошадей, рогатый скот и овец. Они большую частью зажиточны, но ленивы. Армяне, напротив, очень трудолюбивы.
Армяне виноградарством сеяли, пахали, татары скот разводили. Это к вопросу о том, чей долма. О том, что многие публичные люди до 20 века навещали Баку и окрестности и словно не замечали азербайджанцев, расскажет и докажет каждая книга писателя-путешественника. Татары и татары, не больше. Тот же Александр Дюма-старший, написавший «Графа Монте-Кристо», «Трех мушкетеров», побывал в Баку в 1858 году. Армян приметил, а вот азербайджанцев нет. Впрочем, Дюма и раньше в своих произведениях отмечал армян. Например, в «Графе Монте-Кристо», в главе «Гайде», где девушку выкупил у работорговца богатый армянин и воспитал ее. И в Баку встречал армян, и лезгин встречал, персиян встречал, но не азербайджанцев. Что на самом деле? На самом деле он там встречал татар. Так он называл азербайджанцев. Их и подразумевал, когда писал о персианах. Да вспомните того же Есенина, написавшего в Баку персидские мотивы. Это все равно, что приехать в Москву и вдохновленной красотой Златоглавой написать в Москве немецкие позывы, воспевая местную таджичку Зульфию. Так и Есенин в Баку писал персидские мотивы, воспевая армянку Шагане. В конце концов, сам губернатор Баку Александр Новиков, управлявший городом с 1902 по 1903 годы, в своем дневнике, который вот сейчас перед вами, «Армяно-татарская резня 1905 года», указывал сегодняшних азербайджанцев именно как татар. Я этот любопытный дневник переиздал под грифом «Антитопор» и предлагаю... Вот он здесь вашему вниманию вполне за недорого. Правда, я его дневник немного переименовал. Я назвал «Резня в Баку 1905 год». Потому что если под названием «Армяно-татарская резня» сейчас значит, распространять эту книгу, то может вызвать такой вопрос. А когда же была «Армяно-татарская резня»? Ведь будут подразумеваться именно казанские татары или татары, проживающие на территории Российской Федерации. Так что можете написать мне на электронную почту, и я вам вышлю эту книжку. Адрес вот под этим видео. Загляните под это видео, увидите адрес электронной почты. Итак, как вы понимаете, не было до 20 века такого народа, как азербайджанцы. Были в Закавказье тюркоязычные племена шиитов, коих русские европейцы называли собирательным названием татары. Вот армяне были и есть. Хоть Геродота откройте, хоть Страбона, хоть Иосифа Флавия, хоть Марко Поло, хоть Петра Первого, хоть Екатерину Вторую, хоть Николая Второго, да хоть Путина. Армяне всегда назывались армянами, упоминают их в этом же контексте региональном, что и сейчас. Обратили ли вы внимание, что, перечисляя личности сейчас, я не зря перечислял от Геродота до Путина, да хоть до Трампа. Имею в виду, что в исторические отрезки от старины до возрастающей армяне упоминаются армянами. И не где-нибудь в Халхин-Голе, например, да, а в рамках армянского региона. Итак, как впоследствии возник народ азербайджанцы? Если говорить о названии самого региона Азербайджан со столицей в Баку, севернее Аракса, то он был так назван сразу же после окончания Первой мировой войны татарскими мусаватистами и турецкими эмиссарами во главе с Нури-Пашой. Название было выбрано неспроста. Южнее Аракса уже существовал регион Иранский Азербайджан. В принципе, другого Азербайджана никогда и не было. Мусаватисты и турки могли бы дать исконное название той территории, где сейчас находится Азербайджанская республика, например, назвать
скажем, Кавказской Албании или Ширван, но ни то, ни другое не способствовало пантюркистским планам татаро-турков. Принято было решение назвать Азербайджаном для того, чтобы в перспективе примкнуть к нему и иранскую исконную провинцию Азербайджан и создать иллюзию, скажем так, разделенного народа. Чем нынче и занимается, кстати говоря, Баку. Мы в Антитопоре выкладывали даже исторический документ иранского посольства в Стамбуле, который с протестом воспринял название Закавказского региона с именем иранской провинции. Мол, в Иране уже есть один Азербайджан. Напомню, речь пока идет о названии региона, не самого народа. Сам же народ так называемого Азербайджана, как назывался татарами, так и назывался. А сами татары называли себя просто мусульманами. Еще почти два десятка лет, и в переписях населения, и всюду в документах мусульман, не имеющих названия народа, отмечали то татарами, то турками, то тюрками, то шиитскими тюрками. Лишь в 1936 году Сталин распорядился документировать эти племена под названием азербайджанцы, что дало толчок новому народу, рожденному в СССР. Окончательно же за ними закрепилось название азербайджанцы только в 1939 году. До этого местами они назывались еще под грифом «другие народы». Кстати, в известном романе Солженицына «В круге первом» в 50 главе «Старая дева» на 302 странице есть такие строки. Оленька перепросилась к дряхлому профессору-ирановеду, у него писала и диссертацию, и теперь благополучно кончила бы, если бы в газетах не всплыл вопрос об иранском Азербайджане. Так как Оленька не проследила красной нитью извечное тяготение этой провинции к Азербайджану и чуждость ее к Ирану, то диссертацию вернули бы на переделку. Чуждость Азербайджана к Ирану, к иранской провинции Азербайджан. Вот так. После того, как Сталин родил новый советский народ, нужно было снабдить этих самых азербайджанцев историей и культурой. Ведь народ не может не иметь каких-то своих великих. Указание дали советскому историку, ученому Бертельсу снабдить и обогатить советский азербайджанский народ прошлым. Старания не прошли даром. Мгновение ока иранский поэт Низами стал азербайджанским. Благо, что он родился на территории, которая называлась уже в то время, во времена Сталина, Азербайджанская ССР в Гяндже. Или, как говорили тогда, Кировабаде. Хотя Низами ни тюркским не владел, и никто из родителей не был у него из тюрок. Писал исключительно на персидском, это касаемо литературы. Из героев, с которыми бы брали пример советское поколение азербайджанцев, стал Хуррамид Бабек, тоже не имевший тюркских кровей и почитаемый в Иране под именем Бабак. Изюминкой было и то, что он боролся против насаждения религии, чем занималось, впрочем, и советское правительство. Касаемо традиций, музыки уже особо не нужно было париться, для этого не пришлось долго думать, чего с этим делать. Почти все это было тоже иранским или общевосточным происхождением. Сами названия говорят за себя: Шакар, Бура, Новруз, Кюфта, Гугал и прочее. Дальше стали азербайджанцев просто обучать грамоте, так как даже по тому же выступлению Сталина на 18-м съезде ВКПБ было дано указание привить грамоте народы, которые отставали от других. В Закавказье это были азербайджанцы, чей уровень грамотности значительно уступал армянам и грузинам.
После развала СССР азербайджанцы стали сформированными как народ, хозяевами Азербайджана, который им соткали всем честным миром. В Ютубе гуляет видео, где Гейдар Алиев и республиканские ученые вновь вернулись к вопросу, как именовать себя тюрками, татарами, мусульманами, азербайджанцами или азербайджанскими турками. 3 дня заседала комиссия, решили остаться азербайджанцами. Дальше больше. Гейдар Алиев дал указание местным ученым удревнить историю страны так, чтобы всем вокруг неповадно было. Те и постарались. Получилось, что в так называемый древний Азербайджан входили Армения, часть Грузии, часть России, весь Иран, часть Ирака, часть Пакистана. Вот так не хухры-мухры. А азербайджанские ученые еще в середине века помогали Колумбу открывать Америку в качестве штурманов. А московский Кремль строил азербайджанский зодчий Керим. Да что там Керим? Сам пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, был азербайджанцем. Сложно, очень сложно. Особенно, когда так хочется быть похожими на соседей, у которых древнее и богаче наследие. И наследие это я из года в год выпускаю в качестве календаря. Посмотрите концовку и спешите приобрести. И напоследок я бы хотел бы вам рассказать о том, что у нас вышел очередной календарь вокруг света армянского. Те, кто приобретал этот календарь за 2019 год, им понравилось, судя по их письмам, и я решил сделать на 2020 год. А здесь, как и в прошлом году, также собрано много интересной информации из жизни мирового армянства, открытия ученых армянских в разных странах мира по дням и месяцам, и в области культуры, искусства, и из области истории. Здесь буквально все. Ну, кто приобретал, те знают. Поэтому, если вы хотите сделать заказ, сделайте это обязательно. Под этим самым видео будет, значит, координаты, куда обратиться и как его заказать. Приобретайте, надеюсь, он вас будет также радовать круглый год, как вас радовал календарь вокруг света армянского за 2019 год. Ну а сейчас до свидания. На будущей неделе обязательно встретимся.